планки. Социальную планку ставит супруга. Или женщина, которая рядом. Это мама, это может быть сестра иногда. Но вообще самый лучший способ, идеальный, когда ставит планку жена. Это самое... Это самая надежная система построения взаимоотношений. Супруга ставит цель, муж достигает. Некоторых женщин заносит немножко в другую сторону, когда типа я ему столько энергии дала, там что-то там этот, и а он меня что-то бриллиантами не сыпет, да? То есть есть такой инфантилизм включается, или инфантильный гедонизм, да? Когда я хочу ничего не вкладывая, ну с него все брать и брать. Я не претендую на истину последней инстанции, я просто, как мне кажется, что это правильно, я вам сейчас все изложу. Эти моменты на моей семье сработали.